Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала. Сегодня мы будем проходить такую инди-игру, как доставка пиццы. Это, конечно же, старенькая такая игрушка. Ну, в принципе, должно продолжение быть скоро, с хорошей графикой, доделают ее. Но вышла она в 2012 году, ее можно было еще тогда увидеть. Ну, аж смотрю на эту картинку, вот мне пиццы так захотелось. Вот собаки мучают бедного Блублинеса. Давайте приступим, посмотрим, что же там за игра. Итак, уже поздно, у вас есть доставка, вы должны доставить пиццу домой. Ну, давайте доставим. И я думаю, что что-то должно произойти, чтобы мы не смогли нормально доставить пиццу. Ну и если что, я вам скажу сразу, просто почему же игра недоработанная до конца? Ну, посмотрите даже на этот, допустим, забор. Он еще даже не домалеван. Вот так вот выглядит, допустим, какая-то деталь в играх, как вам сказать, недоработанных, сырых еще. Тоже мотоцикл можно посмотреть. Ну ладно, дело не в этом. Мы же не будем рассматривать, как ванамас, всякие, я не знаю, текстурки. Мы несем пиццу вверх ногами почему-то. Вверх ногами же. И мы без рук. Воу. Мы, я не знаю, где мы живем или куда мы приехали, потому что везде пальмы. Эти пальмы как-то косятся странно, когда я поворачиваю головой. Ну ладно, это не важно. Вот это дом. Какой-то старинный дом. Что? Это Майкл Джексон? Все, держите меня, семеро. Я делаю лунопоходку. Я обязан потанцевать. Ладно, опа. Мы даже не открываем дверь, мы звоним. Звоним. Ну, кто? Who is it? Кто это? Это доставка пиццы. Oh, could you please wait inside? Вы можете зайти внутрь, я сейчас принесу деньги. Да, я могу, Майкл Джексон. Давай. Лунная походка. Мы оставили пиццу. Что-то мне подлагало немножко даже. Вау! Я же запах себя схватил сейчас и танцую. Давай, жги, жги, Петровна. Что такое? Не дали повеселиться, суки. Вы что, издеваетесь? Я хотел потанцевать. Что произошло? Наверное, на этом... Воу. Кому-то, походу, уже пицца не нужна, да? Мам, is everything okay? Все типа в порядке, что ли? Блин, тут так темно. Надо что-то... Че, свечку, что ли, взять? Воу, свечку взяли. Ну, посмотрите на эту свечку. Какая она просто вообще какая-то непонятная. Да, ну конечно же, свет тут проработали не очень, конечно, хорошо. Кстати, Samsung, у меня такой же монитор. Самсунговский. Так, ну я думаю, на этом наш хоррор только начинается. Что это? Телефон? Алло, алло, полиция, тут застрелили кого-то. Застрелили. И мне как-то страшно наверх подниматься, но нам нужно, потому что мы доставили пиццу. И что-то тут не в порядке. Что же тут произошло? Тан-та-да-дан. Что это? Что это за летающее тело? Police, get the fuck off the here. Как ты туда попала? Ты что, летаешь там? Мне кажется, девушка напилась томатного сока, рыгает он и летает. Томатный сок был не очень свежий. Что тут происходит? Где тут должно быть страшно? Девушка, ты сейчас врежешься в стену, нет! И все. Она, наверное, в полной версии будет быстрее двигаться. Но я тут не знаю, я ничего тут не нашел. Какой-то телефон. Давайте попытаемся его взять, но не получается почему-то. Ящички. Я не знаю, какая главная задумка тут. Но задумка тут интересная. Вы доставляете пиццу, приходите, тут совершают убийство. И что же дальше? Дальше вы просто, наверное, уходите из дома и все. Оставляете все как есть. Или включайте Майкла Джексона и давай дальше. Такой. Пицца. Кто-то уже пиццу развернул. Кто-то уже начинку сверху пиццы съел. Что это? Что это за вибратор? Что-то меня нахлынуло. А, это, наверное, телефон наверху. Давайте. Это телефон. Какая красивая песня. Давайте поднимем его. Ты что упала?
Слушайте, это Джастин Бибер какой-то, посмотрите на его лицо. Аня, help me. Hello, кто это? Help, я в ловушке в доме. What house? Где ты? Кто такая Аня? Где Аня? Вытащите меня отсюда. What the? Calm down. His house is coming. Он идет. I can't talk right now. Я не могу разговаривать сейчас. Я не могу объяснять, что сейчас происходит. Короче, нам какая-то девушка, что ли, позвонила? Или Аню пытались найти? Блин, я не знаю, это самолет-беспилотник. Что это за звуки? Это какой-то самолет-беспилотник. Руки расставила. Джастин Бибер какой-то с сиськами. Фу, ладно. И на Джастина Бибера не буду говорить. Это такой замечательный певец. Просто супер-пупер. Так, ну что, давайте... Блин, как же темно. What the fuck? Машина приехала. Знаете, мне это напоминает игру Калина. Помните, там тоже машина приехала? Там сын, обезумевший, просто на машине приехал. Вот. I'm delivery boy, please out me. Where is Аня? Где Аня? Ани нету. Аня мертвая. Она напилась томатного сока и умерла. Her body is... Ее тело наверху. Where are you nuts? I'm calling the cops. Я вызываю полицию. Sir, please listen. Пожалуйста, выслушайте меня. Open the door. Can you lock it? Она закрыта. Are you lot trouble? Listen to me. You're твоя жопа. The fuck, police? Я не успеваю прочитать. Короче, сейчас я типа вызову, наверное, полицию. Get in. Давайте, может, сами позвоним кому-нибудь. Что происходит? Ну, где дверь? Не могу открыть. Кто приехал? Какая Аня? Аню убили. Тут огонек. Может, спалить эту хату нахер? Давайте пиццу похаваем. Все равно в тюрьме нам не предоставят такой возможности. Нет. Мы пиццу не можем почему-то этим кушать. Блин, почему я не могу выйти из дома? Почему дверь закрытая? И кто убил Джастина Бибера? Давайте наверх поднимемся, может что-то сейчас новое будет, какая-то локация. Блин, это крипово, заходить? Нету тела. Она убежала? Что делать? Все, машина заглохла. Бензин кончился, дизелятор. This is not key here. Что? Какой key? Ключ? Тут нету ключа? Ничего не понимаю. Так, тихо-тихо. Что мне, знаете, страшновато уже начинает быть. Лучше бы я не работал бы доставщиком пиццы. А, эта машина просто заглохла, закрыли машину. Hey, it's no key here. Тут нету ключа. Что это? Are you here? Ты еще тут? Это пицца! Кто-то пиццу разбросал, и они даже не додумались эту пиццу... как-то нарисовать. Опять кого-то застрелили. Твою мать, что за игра? Что вечно происходит? Кого-то стреляют. Я хожу со свечкой, которая больше похожа на стеклянную фарфоровую свечку. Я дверь не могу открыть. Что же делать? Друзья, подскажите, что делать, ребят? Да позвонил бы уже кому-нибудь хоть. Не знаю. Браткам бы подъехали на машине сейчас бы. Побили бы их. Ну, пицца. Ой, бля, ёб твою мать. Как ты меня испугал. Еще один какой-то летающий член, блин. Что тут делать, я, конечно же, не знаю, потому что тут ничего не происходит. Чувак летает. Один сначала летал, потом другой летает. Мы бегаем по комнате, по дому. Ничего не происходит. Ремикс? Блин, чуваки, что тут делать? Тут с одной комнаты в другую перебегаешь, ничего не происходит. А? Не понимаю просто, я не могу понять, что... О! Зазвонил телефон, кто говорит? Слон. Что надо? Шоколада. Turn around. Нет. Что за бред? Это какая-то вообще смешная игра. Тут вообще ничего толком не происходит. Follow the pizzas. Иди за пиццей. Ну, чуваки, я вообще сам доставляю пиццу. Зачем мне идти за ней? Я не понимаю.
И посмотрите опять на этот лес. Я никогда не хотел возвращаться в него, но я тут и не был, конечно же, никогда, потому что это лес Лендера. Или я не знаю, Ви такой же лес, Survivals такой же лес. Неужели нельзя было какую-то другую локацию сделать? Но, конечно, идея замечательная, но пока что-то одно не сделаешь линейно, другое не произойдет действие. Я, конечно, ничему тут практически не напугался, конечно, ну, да, игра жутковатая. Если бы она еще была получше сделана, получше разработана. Я смотрю, тут два чувака лежат, Джастин Бибер и тот, да, который нас потом второй раз напугал. Вау! Что это? Еще один летающий. Да. Вот и все. Спасибо, что поиграли. Такая интересная, замечательная игра, конечно. Но не знаю, да, конечно, реализация немножко хромает, даже не немножко, а очень, потому что летающие тела не способны вообще напугать никого, наверное. И в конце скример, который летел просто, я не знаю, это разве должно быть страшно? Может, оно должно напугать 5-летнего мальчика, но мне все-таки 6, я взрослый, так что... Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, конечно же, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и всем пока, всем удачи!